Дагестанский боец Тагир Уланбеков проведет дебютный поединок в лиге UFC. Воспитанник заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова выйдет в октагон в воскресенье утром на турнире в Абу-Даби. Соперником спортсмена из Махачкалы станет бразилец Бруно Силва. Уланбеков в профессиональной карьере имеет 10 побед при одном поражении. Он экс-чемпион двух российских лиг – GFC и Fight Nights. Последний этап подготовки к поединку 29-летний боец провел в Эмиратах вместе со своей командой. Напомним, что дебют Тагира Уланбекова должен был состояться в июле, но в связи со смертью его тренера Абдулманапа Нурмагомедова бой был перенесен.